это молодой волшебник, живущий в сказочной стране. Его приключениям посвящена игра «Волшебник Саймон», выпущенная английской фирмой Adventure Soft. Все началось с того, что на день рождения к маленькому мальчику пришел фокусник и оставил собачку и книгу. Собачка-то была обыкновенной, а вот книга оказалась волшебной. С ее помощью мальчик попал в удивительную страну и превратился в волшебника Саймона. Саймон стал любимым учеником местного волшебника Калипсо. И когда у Калипсо возникли проблемы со злым колдуном Сардиром, и ему понадобилась помощь, то выбор пал именно на Саймона. Только он может вызволить Калипсо из беды. Так начинается игра «Волшебник Саймон». Ваша задача — победить злого колдуна Сардида и восстановить мир и спокойствие в сказочной стране. А для этого вам необходимо изучить специальные заклятия, заручиться поддержкой напыщенных волшебников, нейтральных друидов, храбрых валькирий, злющих-призлющих троллей и прочих обитателей этой волшебной страны. Объединяет их стремление покончить со злым колдуном Сардидом, козни которого уже порядком всем поднадоели. Эта игра управляется с помощью манипулятора мышь. С ее помощью вы составляете команды, используя предопределенные глаголы из меню, общаетесь с другими персонажами и используете предметы. В игре есть карта. На ней отмечаются те места, в которых вы уже побывали. С помощью карты вы можете быстро переместиться с места на место, не теряя времени на длительное путешествие. Как принято в приключенческих играх, вы общаетесь с другими персонажами и собираете предметы. Это могут быть обычные предметы и магические. Использование обычных предметов не требует каких-либо особых навыков. Нужно только сообразить, в какой ситуации он пригодится. А вот с магическими предметами дело обстоит чуть сложнее. Нужно знать хотя бы основы магии и заклятий. Но кому, как не вам, молодому волшебнику, под силу такая задача? Путешествуя по сказочной стране, будьте внимательны. Не забывайте, что неучтивая фраза, нетактичный вопрос могут порой свести на нет все усилия по установлению контакта. Имейте в виду, что от вас ждут помощи. Для этой игры требуется процессор 386, 2 мегабайт памяти, VGA, манипулятор мышь, Sound Blaster и привод CD-ROM.